Клад с каменными орудиями нашли павлодарские археологи. Месяц назад они отправились на раскопки в район Акулы, озера Борла. Там, по их словам, находится предполагаемое стационарное помещение древнейших скотоводов Казахстана. Место это ученые обнаружили около 10 лет назад, но в районе, богатом на древние археологические находки, осталось еще несколько не до конца изученных памятников. По результатам последних раскопок было найдено более 90 каменных орудий. Кроме того, обнаружены игральные и ритуальные кости, а также остатки древнейшей земляной печи периода позднего неолита. Теперь местные ученые обрабатывают всю полученную информацию. И это не единственная находка такая, а уже вторая. Первая такая печь была обнаружена нами на многослойной стоянке Шитерты-3. И они по типу схожи. То есть можно говорить о том, что для местного населения эпохи неолита, бронзы, были характерны такие земляные печи типа тандыров. И это указывает, ну, и на какие-то культурные связи, может быть, с югом Средней Азии, где такая традиция до сих пор сохранилась. В целом традиция очень древняя, и если она сохранилась сейчас на юге, то в древности она была повсеместная.